Всем огромный привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хочу познакомить вас со своей последней новинкой по уходу за волосами, а именно это бальзам вуаль, не требующий смывания от бренда Веллинье. Кому интересно узнать мой отзыв на эту вуаль, оставайтесь со мной и я вам все расскажу. Наверное, начну с того, что стоит сказать немного о бренде Веллинье, а именно то, что бренд Веллинье является профессиональной российской косметикой, которая имеет опыт существования на рынке без малого 10 лет. Этот бренд производит спа-косметику, отличающуюся не только высоким качеством, но и выгодной и привлекательной стоимостью, и имеет максимально натуральный состав и широкий ассортимент, за счет которого и можно проводить бесконечное разнообразие процедур. И, как я уже сказала ранее, сегодня мы будем с вами говорить именно о новинке, которая появилась у этого бренда, а именно о бальзаме вуале для волос, которые не требуют смывания. Это легкий бальзам, предназначен для увлажнения, восстановления и защиты волос любого типа. Крем-бальзам обогащен регенерирующим маслом карите, провитамином В5, экстрактами морских водорослей, легко распределяется, облегчает расчесываемость сухих и влажных волос, последующую укладку, защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды. Эту вуаль можно использовать как на сухих, так и на влажных волосах, хорошенечко и равномерно распределяя по всей длине волос. Но сразу хочу заметить, что я не любительница использовать подобные средства на сухие волосы, поэтому я использовала только на влажные волосы. Хочу сказать, что эффект от этой вуали был намного-намного лучше, чем от масла для волос, потому что это средство очень хорошо увлажняет волосы, очень хорошо питает волосы за счет того, что в ее составе есть очень много увлажняющих компонентов, а также даже влажные волосы расчесываются просто идеально. Сам флакон, как вы можете заметить, имеет удобный носик-дозатор, с помощью которого вы выдавливаете необходимое количество средства на руку, затем распределяете средство в ладошках и наносите, соответственно, на волосы. Средство имеет немного водянистую консистенцию, но за счет этого оно очень хорошо и быстро впитывается. Не создается никакой склеенности волос, и волосы выглядят очень увлажненными, живыми и напитанными. По поводу аромата этого средства хочу сказать, что оно безумно приятно пахнет маслом карите, а также немножечко отдает в цитрус. Так что определенно стоит попробовать это средство, чтобы убедиться, насколько оно крутое и классное. И, кстати, не забудьте, что это новиночка у бренда Веллинье. Все ссылки, где вы можете заказать эту продукцию, а также узнать чуть больше об этом бренде, вы у меня можете увидеть внизу в инфобоксе. Это был краткий обзор на новиночку для волос от бренда Веллинье. Надеюсь, вам видео было интересно, полезно и информативно. Так что не забудьте поставить пальчик вверх, если вам все понравилось. А также не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не являетесь моим постоянным зрителем. А также не забудьте посетить и подписаться на мой второй влоговый канал под названием Мари Лайф Влог. И не забудьте зайти на мою страничку в Инстаграм. До встречи в новых видео. С вами была Маша. Всех люблю и целую. Пока-пока.